Всем привет, меня зовут Виктория, и сегодня я сделаю обзор на мега крутую палетку теней от Urban Decay. Самые популярные и востребованные оттенки из предыдущих палеток, а также несколько новых. Палетка получилась просто великолепна. Я когда ее впервые увидела на официальном сайте, сразу поняла, это именно то, что мне нужно, это именно то, чего я ждала. И хотела заказать ее с Америки, с официального сайта. Но тут увидела, что она появилась в наличии в инстамагазине Beauty Shop Ukraine, на который я была подписана и знала, что они продают оригинальную косметику. Я, конечно же, сравнила цену и поняла, что наценка у них совсем небольшая. К тому же, если учитывать тот факт, что напрямую из Америки в Украину я не могу заказать, оформить заказ, нужно еще связываться с посредниками, платить за доставку, естественно, какой-то минимальный процент за услуги. И мне было удобнее заказать именно в этом инстамагазине, что я и сделала. Доставка была очень быстрой. Через день после оплаты я уже держала свою заветную палетку в руках. Ссылочку на этот магазин ищите в инфобоксе, но я уже побыстрее приступлю к обзору и покажу вам свотчи всех 20 оттенков. Suspend – матовый коричневый. Oil Slick – матовый черный с серебристым глиттером. Road Stripe – переливающийся белый с ультрафиолетовым отливом. Его плохо видно на руке, но на самом деле меня поразил этот цвет. Он кажется белым в палетке, но когда наносишь, он реально переливается ультрафиолетом. Гуашь – металлический кирпично-красный. Midnight Cowboy – мерцающий оттенок розово-шампанского. Его тоже не слишком хорошо видно на коже, немножко сливается с моим цветом, но на самом деле красиво очень переливается. 501 – металлический темно-синий с медным микроглиттером. Шалье – сатиновый бледный серебристый тауп. Лейст. Матовый розовый тауп. Хот панц. Перламутровый розовый. Милдью. Металлический темно-зеленый. Итак, я нанесла первых 10 оттенков, сейчас все это быстренько сотру и приступлю к следующей половине. Смог – мерцающий, насыщенный медно-бронзовый. Мездебина – матовый оливковый с зеленым микрошиммером. Фрик Шоу – сатиновый, насыщенный, пурпурный. Асфиксия – мерцающий, холодный, сиреневый. Acid Rain – мерцающий, салатовый или светло-желто-зеленый, как хотите. Moon Flower – металлический оттенок красного золота с золотым микрошиммером. UBV – насыщенный фиолетово-синий, переливающийся. Gold Mine – металлический, яркий, золотой. Twice Baked – сатиновый, насыщенный, коричневый с золотым микроглиттером. И последний – Anonymous
Его, к сожалению, вообще не видно на камеру, но это такой красивый матовый, нюдовый, бледно-кремово-персиковый оттенок. Надеюсь, камера достоверно передала оттенки. Как вы видели, все оттенки высокопигментированные и очень красивые. Сами тени имеют приятную бархатистую текстуру. Ставьте лайк, если вам тоже понравилась эта палетка. Пишите в комментариях, какие оттенки запали в душу. Подписывайтесь на канал. Спасибо вам всем за внимание. И до скорой встречи. Пока-пока. Некоторые визажисты считают его даже лучшим из-за того, что здесь присутствует вот такая вот скошенная плоская поверхность для обработки зоны вокруг глаз.